Всем привет, ребята, с вами Михо. Сегодня наконец-то настал тот долгожданный день концерта. Концерт ABCX. Да, наконец-то я пойду на концерт, на кей-поп концерт, и там будет только одна группа. Это первый раз у меня, когда я иду только на одну группу, потому что раньше были концерты, они были все смешанные, и там выступало очень много групп, это даже было плюсом, потому что я могла услышать разную музыку, но в этот раз мне удалось купить на билет на концерт группы ABCX. Там два айдола, которые раньше были в группе 101. Это Ли Дэхви и Паку Джин. Вот, я хочу их увидеть, поддержать. Кричать, наверное, будет нельзя. Но по мере возможности я буду снимать. И надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра. И что ж, поедем на концерт. Концерт пройдет в Сеуле. Это рядом с Дандэнмуном. Там около километра стадион находится. Вот сейчас я буду собираться. Думаю, краситься не буду. Потому что потом все это смывать. И да, кстати, злой рок пришел. Ой, пришел прыщ ко мне прямо посередине, как это называется, над губой, я не знаю. Но это не важно, но все равно я буду в маске, поэтому будет не видно его. И да, погнали. Ну, вроде бы все. Я выхожу, уже 2:30. Около 2 часов надо добираться, поеду на автобусе. Я так давно не ездила на автобусе. Ностальгично будет. На улице такой ветер ужасный. Капец. Ладно, погнали. Файтинг! Вышла из дома. Направляюсь на остановку. Через дворы. Тут у нас Кашивон. Еду в Сеул. Надо будет забрать билет в кассе. И, возможно, если получится, я куплю лайстик. Так давно не ездила на автобусе. Немножко переживаю. Еще так давно не была на концертах. Но просто волнуюсь очень, как все пройдет. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Кажется, я на месте. Сейчас буду выходить на улицу с метро. Получила свой билет, и мне дали баннер. Еще на левую руку прицепили вот такой вот розовый, как сказать, браслетик. Купила, в общем-то, я ластик. Он такой красивый. Как бы его вытащить? Ой, это отдельно? А, вот. Вот здесь. Ух ты. Классно. Мне еще батарейки дали в подарок. Снимала я очень мало, потому что став контролировал всю ситуацию в зале.
Вот что мне удалось заснять.
발 너를 위해 준비한 거야. 해진이 날씨도 내게 반해버릴 것만 봐. Oh oh. 맨날 며칠을 고민한 말 이제는 너에게 말할게 babe. 있잖아요. 오직 그대만을 좋아한다고요. 내 맘 받아주세요. 솔직하게 조금 떨리지만 좋아한다고요. 같이 춤을 추래요. Музыка ABC6. Я просто кайфую от нее. Божечки, они такие классные. Там что происходило, просто было. Три часа шел концерт. Это просто эмоции там зашкаливали. Кричать нельзя было, но все-таки немножко покричали. Что еще? Хлопали очень много. Да, только было можно хлопать, но мы немножко покричали. Был такой пикантный момент. Вот. Видео, когда выйдет. Блин, не знаю, наверное, на выходных. Да, там скорый концерт Бонтанов. Но я еще не уверена, получится ли у меня купить билет. И Мейсо 20 марта. Не пропустите, я тоже постараюсь что-нибудь снимать. Но этот концерт я, кстати, не снимала. Совсем прям капельку. Потому что было наблюдение очень строгое. Там ходили дядьки, тёчки, смотрели, чтобы не снимали. Вот. Поэтому телефон я так особо не высовывала. Пару раз на несколько секунд. Да. Ну, на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте большие пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Скоро будут концерты с Бонтанами и с Мейсой и много других видео. Всем до новых встреч. Пока-пока. Let's dance. 1, 2, 3.